Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет суперское настроение! Всем здорова, ребятки, и с вами по-прежнему Овер. Мы продолжаем играть в игрушку под названием Happy Wheels. Ну что ж, сегодня у нас будет много классных, интересных и прикольных уровней. Я, друзья, надеюсь, вам все понравится. Давненько мы не угорали в Happy Wheels, и я уже успел соскучиться. Ну что ж, ставьте лайк, если не успели поставить его за 3 секунды. И мы начинаем наше приключение из первого уровня, друзья, сразу с Погофайтика. Полетели уничтожать, друзья, абсолютно всех. Ой! Тихо, аккуратно, там я на малого засмотрелся, который там видели, да, как стоял. Так тут в нас дед сразу кидает острые топоры. Вот это, ребят, что-то тут прикол. Да, жестко, друзья, вообще. Вон, смотрите, малой, пуп Сандер, да? Вот такой вот, друзья, у него там шторм или что там? Гром. Ну вы поняли, в общем, заряд, друзья, жесткий. Так, ладно, тем временем мы тут все перелетели, ребятки, всех уничтожили. Продолжаем прыгать дальше. Вот это там, конечно, пацан с цепями. Хантер, охотник. Ну давай, охотник, удачи тебе. Ай! Мой страшный брат, дьявол. Нормально, вот уж перелетели, и жена. Нас убила жена. Ладно, ребят, с этой попытки попробуем пройти. Надеюсь, у нас все получится. Просто какой-то невероятно хардкор. Вообще, Погофайт, друзья, супер сложный. Но, блин, я люблю сложные уровни, друзья. Мне нравится попотеть, знаете, побомбить, потрудиться и так далее. Ладно, перелетаем мы Хантера. Дальше наш злой брат-близнец Крыса. Его мы тоже перелетаем. Отлично. Ну и вот она, друзья. Беда всей нашей жизни, причина всех наших проблем. Это наша жена, которая нам в прошлый раз сломала, да, жизнь. Но в этот раз мы сломали ей челюсть, друзья. Ладно, дальше у нас целая порция новых, друзья, препятствий. Полетели. Хорошо. Нифига там, блин, еще понарастающие какие-то вообще. О, сейчас как-то, друзья, придется постараться. Ладно, погнали. Оп. Хорошо. Это я перелетел. Вау, там дальше. Эльфы какие-то. Чего? А эльфы все прыгают? А как, ребят, это преодолеть вообще? Ладно. Эльф. Что? Там вон финиш, ребят. Нифига, там еще и Санту как-то надо перелететь. Чего вы хотите, чтобы я прошел это безумие? Как, ребят, это сделать? Не, реально, как? Там это еще и не последнее. Ладно, здесь, возможно, мы еще перелетим. А дальше босс. Босс-файтер, друзья. Опасный босс читает газету, бумажку. И вот он финиш. Блин, ребят. Я думаю, за такой жесткий Погофайт лайкусик, за мои старания еще один лайк с другого аккаунта, а мы ставим здесь 5 звездочек и идем дальше. Тем более, здесь у нас мега веселый уровень, нам нужно закинуть ребенка. Закинули, понимаете? Давайте, ладно, ребят, погнали, попробуем. Оп! Воу, там еще и препятствия, там еще и дурацкие мины, воу, там еще и шар вот этот для боулинга, ну вот этот метеорит жесткий, ладно. Сейчас попотеем, оба! А вообще нам на самом деле можно, чтобы какая-то большая часть просто, да, монетку ребенка зацепила, и по идее мы как-то можем пройти. Нифига, как там замотались. Кишки. Ладно, пробуем. И... Е-бой! Да как? Так, ладно, мы отъезжаем и вперед. Да, друзья, занятие, конечно, это веселое, но явно не из простых. Там же зацепил я монетку, почему? Вы видели, ребят, но монетка уже была в наших руках. Вот, но она уже в наших лапах. Почему нам не засчитывает победу? Ну, есть, наконец-то, друзья. Блин, ну это сложно было, но в то же время прикольно. Ладненько, идем дальше. А здесь у нас гонка на велосипедах. Смертельная гонка с препятствиями. Итак, вон наш там враг, друзья, сверху. Точнее, наш противник, соперник. Мы едем, друзья, пока что мы боремся наравне. Так, смертельные ловушки проехали. Еще какие-то ловушки, друзья. Проезжаем все и приезжаем на финиш первыми. Я поздравляю вас в этой гонке. Мы победили, друзья. Ладно, ставим 5 звездочек и погнали дальше. И тут нам нужно спасти пацанчика. Я его не удержал, ребят. Подождите. Уровень под названием Save Him, друзья. Но я что-то не понял. Вот у меня в первый раз получилось. Не удержал опять, друзья. Он тяжелый. А, смотри. Все, мы его спасли. Чё за угар, друзья? Вот это прикол. Ладно, такой фановый уровень. Окей, погнали дальше. Пофанились, друзья, и начинаем уворачиваться от гарпунчиков. Но здесь, ребят, у нас просто жизнь висит на волоске, как говорится, да, от смерти. Ой, пролетел, оп, нормально. А тут они что, в несколько заходов вообще? О, 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 нифига, ребят, как я уворачивался. Серьезно?
обалденный, друзья, гарпун Додж. Просто шикарный. Типа, видели, как они вылетали? Прикольно. Ладненько, мы, получается, прошли и идем дальше. Ведь тут у нас еще один Pogo Fighter, друзья, интересный. Very noob. Ну, давай, сразу. Опа, нифига, ребят. Сразу как далеко, да, полетел? На, катана, 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 сверху где-то, хоть бы не в голову. Ага, в голову, но не катана, понятно. Да, ребят, бывают, конечно, приколы в жизни, да? Вроде как бы и не катана, но вроде как бы и в голову. Все понятненько, друзья. Ладно, попробуем преодолеть все эти испытания, которые тут для нас автор приготовил. А что с девчонкой, ребят? Че, погодите, ее что, жестко залепило? Подруга? Ребята, посмотрите, ее реально залепило. Ну ладно, там финиш уже. Ну, такой сложный, легкий, друзья. Коротенький погофатик, но это еще не все. Погнали, посмотрим на следующий уровень. Ну а здесь, друзья, у нас страшилка. Фредди Найтмар. В общем, ребят, Фредди Крюгер у нас сейчас будет. Кошмар самый настоящий. Это что, Фредди идет за тобой? Раз, два, три, Фредди уже внутри. Или как там, раз, два, Фредди найдет тебя. В общем, друзья, рука Фредди Крюгера, и вот он. О, страшный Фредди Крюгер. Офигеть, посмотрите какой. О, рука. Ничего себе, друзья, его перчатка вот эта с острыми штуками. Блин, это нам снится, я надеюсь, или что, вон сверху тоже. Опа. Нифига, ребят. Ой. Ой. Я застрял. Я застрял, это ловушка была. Нет, нас закопали, все. Так, ладно, ребят, здесь надо перепрыгнуть. Давайте, пусть она падает. Мы тут вот так перепрыгиваем. И вниз, друзья, к елочке. Вон рука Фреддиса. О! Нифига себе. Ничего себе, он пугает, крыса. Аккуратно, вот он. А как тут, ребят, его пройти? С пилой, смотрите, Фредди Крюгер. А как? Я умер. Нам что, вниз надо было? Блин, ребят, реально, это ночной кошмар, блин, как это все пройти? Мы едем аккуратно, живем. Господи, ребят, реально, самый настоящий Фредди Крюгер. О, боже, он нас терроризирует. Ну ладно, сейчас попробуем там, кстати, вниз упасть. Так, погодите, этот опасный. Сейчас, 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 назад. Сейчас, сейчас, вперед, назад. А, ё-моё. Так, ладно, погнали вниз, ребят. Посмотрим сейчас снизу. А, вон, нам в натуре вниз. И здесь еще один Фредди Крюгер. Боже, он нас везде преследует. О, гигантский. Вы видели, какой огромный? Наверное, эта штука его убивает, нет? Да, убивает. А как нам финишировать, ребят? А я не успел. А все, а я не успел, ребят, финишировать. А мы не проедем, да? Да. Блин, ребят, жесткий Фредди Крюгер, поехали быстро! Вот так вот я финиширую. Вот это да, друзья, слушайте, жесткий, классный уровень вообще. Офигеть, страшилка самая настоящая. Ставьте, друзья, лайкусик и пишите в комментариях, кого еще позаписывать, каких монстров, каких еще страшилок, друзья, в этой замечательной игрушке. Мы ставим призвездочек и идем дальше. Итак, ребятки, это что у нас получается? Танк! Мы уничтожаем людей на танке, ребят. Тут у нас в городе пошло какое-то восстание, какие-то непонятные люди, чем-то недовольны. И мы с вами выполняем приказ. Мы едем на танке и всех сейчас будем уничтожать. Смотрите, все уже развернулись. Жалкие людишки бегут в другую сторону, друзья, а мы на танке. Или это, знаете... А, может быть, это зомби, друзья? Может, эти люди заразились страшным опасным вирусом зомби? И мы едем, знаете, на танке защищать этот город просто, да, от этих монстров жалких. Да, ребят, наверное, это реально зомби. Поехали тогда. Во-первых, мы их еще пушкой, да, расстреливаем. А во-вторых, когда они падают, если даже они живут, мы еще их и переезжаем на танке, на гусеницах, и все, друзья. И вот тогда уже точно никто не выживет. Видите, девчонка, она, видите, как бежит? Она еще живая. Это реально зомби. Давайте ее переедем, ребят, чтобы она уже точно, блин, все туда отправилась, как говорится, вот так ее. В общем, друзья, жестко. Мне, конечно, нравится на танке фигарить. Бэм! Кто-то там на лясике ехал, но недалеко, ребят. И ба! Вот это кайф, друзья! Вот это кайф! Слушайте, но этот уровень реально заслуживает прям действительно 5 звездочек, друзья. Но это еще не все, погнали дальше. Ну что, ребят, 93% impossible. Погнали, попробуем преодолеть. Да, что-то это не так просто, как я думал. Офигеть. Ну вот тут, походу, мы, ребят, с вами надолго застряли. Застряли. Да, оп. Да капец. Ну ладно, мы не боимся. Сейчас, ребят, смотрите, раз. Ой, ой, ой. И как это? Ой, тю-тю-тю-тю-тю.
Все, полетели вниз. Так, ладно, ребят, короче, все, смотрите, раз, два, и прохожу. Ладно, оп, все, прошел. Блин, почему я такой дурачок? Вот так надо было сделать, есть. И в конце все равно без головы остался. Ладненько, ребят, это было 93% impossible. А тут 99, друзья, процентов impossible. И, походу, да. Походу, друзья, это сложнее, чем в прошлый раз. Но сейчас попробуем. Так, жесткие impossible уровни, друзья, обожаю их вообще. Только я обожаю их, ребят, проходить, знаете ли. Умирать вот так мне не особо нравится. Ну, ладно, оп. И вниз. Да ё-моё. Капец, ребят, что-то вообще хардкор полный. Ну, блин, вроде, знаете, уже понял, вот сейчас вниз. Как же, друзья, это пройти? Вот для кого вообще создают эти уровни? Для каких профессионалов, ребят? Вот есть люди, кто реально все эти уровни может там с первого раза пройти, знаете, оценить обстановку, оценить все риски, шансы и так просто оп, с первого раза. Ну, наверное, есть, но я, друзья, с какого? Можете посчитать в комментариях, напишите. Ладненько, погнали дальше. Ну, а тут, ребят, у нас роупсвинг. Полетели, попробуем пройти. Чё, я слайфхачу? Нет, смотрите. Слайфхачил! Ага, нет. Не все так просто, друзья. Хотел слайфхачить, но не совсем получилось. Ладно, пробуем, полетели. Так, тихо-тихо-тихо-тихо! Слайфхачу, нет? Слайфхачил. Вот это, друзья, лайфхак. Отлично! Так что, если падаете на роупсвинге, еще есть шанс, друзья, пройти. Если вы нормальный. Если вы не как я, друзья, и у вас все получится. Ладно, понял. Вот это, конечно, нам прикол, друзья, тут приготовили на роупсвинге. Так, вроде тут лайфхак не получается. Ладно, все. С этой попытки, ребят, мы точно преодолеваем. Оп. Оп. Слайфхачил. Ладно, хорошо, вниз. Блин. Короче, ладно, вот с этой тогда попытки, друзья, мы пройдем. Я вам обещаю. Вот. Лайфхак, слайфхачил, неплохо, вниз, нормас, упал, так вон он финиш, друзья, уже тут был. Ну, и финиш. Ладно, друзья, ну что ж, на этом мой видосик заканчивается, я надеюсь, что вам все понравилось. Обязательно пишите в комментариях, какой из уровней вам понравился больше всего. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а с вами по-прежнему был Овер, огромное всем спасибо за просмотр, удачи, не болейте, успехов и пока-пока!